все. Не делайте. Так. Да, да. Как у меня были конфетные на Так, значит, на тебе один. Что скажете, девчата? Иди сюда! А можешь, когда все придут еще? Спасибо большое. А что, не все? Да, были не все, сейчас будут. У нас Алексей Николаевич. У вас может быть уже все? Да. Да. Ой, я должна была два. Два. Не надо. Ура! Как лучше лево в кадр, да? Ура! Телека, Маша. 4К. Видео. Эй! Она я не вижу яда. Я... Блин, ну пусть все фоткают, или что? Встань на второй ступеньку. Раз, два... Ура! Идите, не стесняйтесь. Ура! Это видео. Ты снимаешь или ты фоткаешь? Видео. Что сказать? Мы скажем, Бандерас. Последний звонок. Мы люди свободны. Школьный урок оставит нас позади. Можно анекдот про гвозди рассказать? Давайте тихо, анекдот про гвозди. Собирает мама Вовочку в школу, кладет ему хлеб, колбасу и гвозди. Он спрашивает у него, типа, а зачем все это? Как, зачем? Берешь хлеб, кладешь на него колбасу и ешь. А гвозди, так вот же они. Ну, посмейтесь. Классика, это классика. За что? Что? Футбольный мяч, что еще? Баскетбольный мяч. Все, пойдем уже. Репачок, давай. Репачок? Не-не-не. Максим, пошли к дереву уже. Пойдем уже. А что вы к дереву там? Пошли к дереву. Пошли к дереву. Да, не буду разговаривать. С тобой, Милана. Да, сейчас, подожди. Маша, с тобой тоже одиночку сделаю. Я обниму, да? Слышишь меня? Нет. Покрестный отец. Артём, я тоже с тобой хочу сфоткаться. Уходи. Не топчите там цветы. Прям так. Да и что? Мы их посадили, мы их можем топтать. Там. Да, чё, нельзя. Всё, смотри. Тоже? А, вот и пробуем. Всё, давайте. Ну что, дра. Скажешь? Дра? Дра? Нормально. Иди ко мне. Всех вместе с Никитой. Я имею в виду всех нас. Иди ты еще. Одна классика. Не 135, вон будет прихватить. Раз, два, шесть. Пик-ти. Сюда восстановите, да, ты понимаешь. Давайте его вот так вот давайте, вот так. Давайте тогда раскупитесь, парни. Сегодня еще последний день, давайте. Давайте быстрее будем пихаться. Я отстраиваюсь. Я не очень сегодня. Ну, все. Два обычно, обычно тебе. Два обычно. Все, спасибо. Все, спасибо. Раритетная фотка будет. И кого-то, конечно. Давайте физмака. Да боже, серьезно, ладно. Ну ладно, пойдем. Ладно, давайте. Я знаю, что ты хочешь, почему его нельзя поставить?
Что?